Bonsoir mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le groupe Sainte-Heure et leur électronique vidéo show. Video or Saturna, Los Angeles Girl, Moscow Ke, Centerigram, Aptelie, IAM. Laissez-moi vous présenter le groupe Center et leur électronique vidéo show. Дамы и господа из Лос-Анджелеса, московская группа Center. Никакая судьба у человека. Флаг придает штат.
иски большей силы. Размахивай флагом, чтоб тебя не посадили. Под флагом просыпается дойная корова. Флаг часто служит фантиком для гроба. Флаг тебя поставит на задние лапки. Флаг также помогает будто делать бабки. Под флагом всем известно, творятся махинации. Что флаг завезли до начала оккупации. Под флагом стадион поет перед хоккеем. Флаг примостился, где мы пашем и сеем. Флаг на параде гомосексуалистов. Флаг есть у фэнов различных рок-артистов. Флаг Cornerstone, партийные атрибутики. Флаг подтёков с дырками продаётся в бутике. Центр сегодня у нас в гостях на телеканале «100». Фаст Фредди гитара, Василий Шумов. Все, что не гитара, это все Василий Шумов. И видео, и все устройства, которые на столе, и музыка, и текст. Все, Василий. Добрый вечер. Добрый вечер. Сразу хочется поинтересоваться, это реинкарнация группы «Центр»? Это группа «Центр» образца 2006 года. Мы прошли через ряд инкарнаций. То есть сегодня вот мы выступаем таким образом. Я, Фредди и наш видеоэкран. Вы же ведь выпустили альбом, я так понимаю, что в поддержку возвращения к концертной деятельности. Да, наша эта вся программа, сегодня представляем фрагмент из этой программы, называется «Электронное видеошоу». Название совершенно простое, дальше некуда, но чтобы зрители знали, что они увидят, потому что, кто помнит группу «Центр» 80-х годов, когда мы играли больше как рок-состав, то электронное видеошоу мы выпустили концертный альбом с саундтреками вот из этой программы, которую мы сегодня показываем.
А зачем же вы ушли от того самого рок-звучания, если можно так это назвать, и пришли к электронике? Ну, если кто помнит наши альбомы, начал в 80-х годов, один из первых альбомов был такой «Стюардесс-летних линий», абсолютно рок-н-ролльно, барабанный, гитарный, с таким с драйвом. Следующий же альбом после этого сразу был, назывался «Однокомнатная квартира», практически полностью электронный, насколько было возможно, в 83-м году. Так что электроника и такой традиционный саунд у нас как бы синтезировали с самого начала. То есть и в 2006 году мы больше гравитируем в сторону электроники. Но вы же ведь пример такого музыкального коллектива, который существует абсолютно автономно. Если я правильно понимаю, вы все через интернет. И мы не то, чтобы вы много репетировали вместе. Как автономно, а теперь скорее будет правильное слово, как глобально. Потому что я живу в Лос-Анджелесе, Фредди живет в Лос-Анджелесе. С нами записываются так называемые центробораторы, которые новая форма участников группы, которые принимают участие в создании альбомов, пользуясь интернетом, обменом файлами музыкальными. Допустим, у нас два человека есть, Александр Суздорф и Сергей Устинов, которые живут в Германии. Я с ними лично еще пока еще не встретился, но они уже на нескольких альбомах принимали участие. И здесь, если вы слышите голоса роботов, то есть вот эти ребята помогли это сделать. То есть вот эти, что такое центробораторы. А мне всегда было интересно, как рок-группа может развиваться и достичь такого уровня совершенства, что не обязательно жить в одном городе, в одной стране, и не обязательно даже знать друг друга. Но все время же ведь идет речь о том, что живой звук и о том, что непосредственный контакт участников коллектива рождает какие-то флюиды и атмосферу и так далее, и так далее, а вы, получается, от этого уходите. Дело в том, что новые формы коммуникации позволяют на сегодня достигать того же эффекта, что мы находимся в одной комнате. То есть последние 5 или 6 альбомов, которые мы сделали, они были такие сетевые альбомы, сделаны посредством интернета. И первый альбом 2000 года был «Пластикозаменитель». Первая проба обмена файлами, там, обмен файлами даже как аттачмент к имейлу. И сейчас, в 2006 году, это просто практически вживую. То есть я слышу, как человек у себя в студии играет. Я то же самое, чтобы я... Вот как мы сейчас, только он в Германии, а я в Лос-Анджелесе. Так что это все совершенно нормально теперь. И нет дистанции, нет вот этого барьера дистанционного. Но кроме этого, вы же ведь вывешиваете в интернете, я так понимаю, все, что вы делаете. Последние 5 альбомов, которые были сделаны в интернете, посредством интернета, они были и реализованы в интернете, чтобы продукт был полностью гармоничный. А вот этот альбом «Электронное видеошоу» по многочисленным заявкам мы сделали просто как стандартный компакт-диск, который можно будет купить в магазине и который не будет на сайте. Но это атавизм уже, по-вашему, компакт-диск? Нет, это прислушиваться к мнению центроманов, любителей, что мы слышим их и, значит, удовлетворяем их запросы с лучшими, с нашими, как бы, возможностями. Центроманы у нас здесь в студии, судя по всему. И, друзья, если у вас есть вопросы, я смело готов вам передать микрофон. Если вы хотите кто-нибудь что-нибудь спросить, пожалуйста. Ну вот в продолжение к только что сказанному, как вы относитесь вообще к тому, что музыкальный бизнес уходит от привычных носителей? И как бы вы описали в нескольких там кратких словах, за счет чего музыкант будет зарабатывать себе на хлеб, если не будет продажи музыки на носителях, а будет все в сети, как вы выложили предыдущие свои 5 альбомов? Что касается продажи музыки вообще, на мой взгляд, сейчас мы в переходном периоде, потому что лет 100, наверное, существует это продажа пластинок, граммофонных пластинок, там, кассет, компакт-дисков. И это себя просто изжило с появлением интернета, всяких сервисов, можно там за 99 центов купить песни, там целый альбом. И пока еще не найдено всемирное, как бы, всемирное решение, как это делать, чтобы все получали за это вознаграждение по справедливости. На сегодняшний день я считаю, что музыканты могут зарабатывать деньги только на концертах. А компакт-диски просто использовать больше как промоушен, как поддержку концертов в плане, что мы делаем. Потому что люди приходят на концерт, они, если им понравится, они хотят что-то сохранить на память. Вот им можно приобрести наш концерт, наш альбом. Но я думаю, что со временем, но это может быть не скоро, когда все договорятся на одно что-то такое общее, что все согласны. Я предлагаю сделать для всех стран ввести таксу за пользу интернетом, скажем, $1 в месяц.
Вот тот, кто подключается к интернету, если, допустим, $10 в месяц, будет 11. И вот этот доллар направлять на оплату всех авторов и просто отслеживать, как загружается файл, и, соответственно, компенсировать из этого фонда. Но это нужно в международном, не в масштабе одной страны, потому что это потеряет смысл. Ну, выходит, вы мыслите глобальными категориями уже. А, к сожалению, другого выхода сейчас нет, потому что как бы там ни хотелось как-то разъединиться, уединиться, создать там свою какую-то... Невозможно, просто коммуникации этого не позволяют, сейчас все глобальное. Ну и возвращаясь к концертной деятельности, коль скоро вы к ней вернулись, только что был концерт в Петербурге, до этого в Москве, как общественность воспринимает? Вчера у нас был концерт в Петербурге, нас пригласило творческое объединение «Платформа» в клубе «Декаданс». И мы последний раз выступал в Ленинграде в то еще время, в 89-м году. Значит, сколько времени прошло, сами понимаете. И программа совершенно новая, потому что люди помнят центр 80-х годов, ну, как я уже говорил, такой гитарно-барабанный состав. Где-то, наверное, это заняло 3-4 песни, людям как-то так сориентировались, что к чему. И дело кончилось тем, что у меня просто не осталось песен. То есть все выложилось, там уже все. То есть тогда все довольны. Я уже говорю, это последняя песня. Они мне говорят, я не хочу этого слышать, это последняя песня. Так что сами решайте, пошел концерт. Ну, нам-то вы сыграете еще? С удовольствием. Это группа «Центр» сегодня у нас на телеканале 100. Позвонить вам не удастся, но, тем не менее, смотрите внимательно. Слушаем. Thank you.
хай-дефинишн, типа Star Wars, и больный как себе за освобождение навоза. Войны просто так и от нечего делать. Войны Half-Life, Doom и Halo. Военные тропы Леона Кеннеди. Войны во все стороны, востребованы генами. Войны за нарко и за кинорынки. Военные сказки для дочери и для сынки. Yeah.
Это группа «Центр» сегодня у нас в гостях. Ну, понятное дело, что битломанам хуже всего сейчас. Это очевидно. Ну и дальше по списку. Можно было бы взять, наверное, топ-10. Общественность интересуется, почему «Роллинг Стоунс» не вошли. А у меня «Роллинг Стоунс» коллекции просто не было. Потому что «Битлз» намного лучше, чем «Роллинг Стоунс». Но, тем не менее, все понятно, но... А дальше-то что? Ну, как поется песня, войны во все стороны, это очень здорово. Значит, будем ожидать очередных войн отовсюду. Так и вроде происходит, не правда ли? С этим не поспоришь. То есть вариантов нет, по-вашему? Каких? Не знаю. Я у вас интересуюсь, есть ли какие-то варианты дальнейшие. Если в моей песне поется «Войны во все стороны», это очень здорово, то какой, значит, мой вариант? То есть остается от войн получать удовольствие хоть какое-то, потому что они беспрерывно идут. Значит, ну, хочет какое-то удовольствие, хоть что-то, чтобы было. И удается получать удовольствие? Ну вот видео сделал. Я спрашиваю, идея видео. Дело в том, что я сделал песню и долго думал, как воплотить идею песни в видео. Мне хотелось просто сделать нарезку там из танков, вот этого всего там, с какой-то военной хроники. И я очищал свои полки с компакт-дисками, то есть я их оцифровал, перевел, значит, в компьютерный формат. А эти коробки с вкладками занимали огромное место на полках, просто пылились. Вот. И я вспомнил, что в свое время я присутствовал, когда шла война с поп-культурой, не знаю, кто постарше, наверное, застал там, с западной культурой, там, с рок-музыкой. И быстро сообразил, что вот мне нужно эти, как бы, олицетворение вот этой борьбы с поп-культурой, то, что тоже война во все стороны, вот в эту. Так что вот получилась такая метафора. Так что не имею ничего против «Битлз», но у меня практически все альбомы «Битлз» были. Вот. К сожалению. Вот так получилось. Кстати говоря, сольные тоже, Леннон и Маккартни там тоже попали. Ну там много кто попал. А есть вопросы какие-то у нас в зале еще, да? Пожалуйста. Интересует судьба, собственно, компакт-дисков. Компакт-диски я сделал, знаете, такие продаются байндеры. Ну, то есть, такие, знаете, как книжка, в них там по 200 штук. То есть у меня там полок 20 освободилось. Я собираю эти видео, фильм «Нуар». Вот, значит, мне нужно было куда-то ставить. И я его, значит, урезал поп-музыку, значит, в обмен на видеокассеты, на DVD. Это пришла идея такого радикального бонуса, то есть, не знаю, такой каток, компакты. Нет, тут еще есть такой момент. Вот много всякой офисной техники вокруг существует. И вот этот шреддер, что я не знаю, как у вас называется. Ну, да, понятно. Мельчилка, или как она называется? Измельчитель. Резалка. Это мой любимый офисный продукт, кстати говоря. Сунул туда и с концами. Все. Еще такой вопрос. А из русского почему ничего не вошло? И что бы вошло, если бы вошло? Дело в том, что вот... Все, что происходит, вот, кстати говоря, я считаю, что мне удалось добиться, вам было все понятно. А вы представьте, там какие-то русские, тогда бы, допустим, не русскоязычным людям было бы непонятно. А это всем понятно. И у меня вот такой, как бы, существует челлендж, как бы сделать так, чтобы всем было понятно. То есть, по крайней мере, визуальную часть. Поэтому русский, к сожалению, не мог использовать вот по этой причине. А что в фонетике русского есть? Ничего. Ну, нет, дело в том, что на самом деле ничего, потому что мне всегда дарят какие-то вот на этих, на самодельных компакт-дисках без обложек. Вот я сейчас приехал, у меня полная сумка, мне ребята надавали там своих альбомов. Ну, он записал и сделал на компакт-диске, дал. А раньше давали на кассетах. Нет этих картинок, так что визуально это ничего не сделаешь. Поэтому у меня нет ничего из русского вот так вот, чтобы сделать, допустим, а теперь я сделал русскую серию только. Я бы сделал, кстати говоря, с большим удовольствием. Но как же вы решаете вопрос того, что русский язык не всем понятен тогда, коль скоро глобальный проект? У меня есть эта программа в трех сетах. Сегодня мы представляем русский сет, так называемый «That are you». У меня есть еще версия этого сета международная, где русский язык не доминирует. .com, электронное видеошоу .com, а также еще и сет импровизационный, где русский язык тоже не доминирует. Так что в зависимости, где мы играем, то есть мы сейчас играем в русскоязычной аудитории в Петербурге, значит, мы, соответственно, играем на русском языке. Если мы бы играли где-нибудь, скажем, во Франции, то я бы выбрал другой сет.
Но возвращаясь все-таки к разговору относительно войны, которая идет. Ну, и... Войны не в единственном значении. Во множественном числе войны. Войн, которые вот мы сейчас идут. Сейчас идем, сидим с вами здесь, беседуем, а вот войны идут. Там за Ставриду, там за бизнес, там за рынок. Ну, я могу просто это идти опять там. Да. Видеоигры. Меня спрашивают, это понятно. Что значит военный троп Леона Кеннеди? Кто Леон Кеннеди? Не сын ли президента Кеннеди? Нет, это герой видеоигры Resident Evil. Леон Кеннеди, который там стреляет в зомби, там и тоже. Ну, он и герой, кстати говоря, видеофильмов соответствующих. Да, да. Я не к этому спрашиваю. А, получается-то, что вы это понимаете, а молодежь, ну, тем более в Лос-Анджелесе, говоря о Соединенных Штатах в данном случае, люди, которые выросли и родились с тем, что вокруг происходит, они, у них атрофируется что-то получается или как? Прожив 15 лет в Америке, у меня сложилось впечатление, что американцы живут на большом острове. То есть их совершенно не интересует, что происходит. У них просто никого нет, там океан со всех сторон. А Канада и Мексика, это как бы не влияют на них. И поэтому они сугубо замкнуты в себе. То есть вот они там сами себя должны постоянно воодушевлять, что мы самые лучшие. Они полностью уверены, что Америка победила во Второй мировой войне. То есть вся история в книжках, что Америка дает людям там все хорошее. Так? Что... Там, все, что делается, это мы правильные, там, неважно, там, они будут бомбить кого угодно, а люди будут ходить с демонстрациями, американскими флагами, их поддерживать, потому что это наши ребята. Вот, поэтому американская молодежь, она вообще не политизирована, и, к сожалению, дальше там своего там бумажника интересы особо не распространяются. К сожалению, в большинстве так, если говорить. А о нашей молодежи вы, конечно же, ничего не знаете. Ну, я догадываюсь. И что по-вашему? Ну, примерно то же самое. Ну, мне, конечно... На русском да. языке и в русском колорите. Мне хочется, конечно, задать вопрос, куда мы идем. А в каком смысле? В прямом. Ну, понятно, что вы сейчас соберетесь, поедете на вокзал, дальше самолет и так далее. Да. Но вообще-то куда? Если у молодежи атрофируется, у Соединенные Штаты в данном случае надежды нет на них никакой. А на кого надеяться? На самих себя только. То есть вот как вот люди решат, так и будет. Потому что все это какие-то иллюзии, вся эта масс-медиа, все эти промоушены, всякие вот эти там промывания мозгов там через какие-то телешоу. Это до тех пор, пока у людей самосознание не заработает. А сейчас оно как-то так, ну, зомбировано, что ли. То есть они ходят как зомби. Я приехал в Москву. Я удивился, что такое впечатление, что людей самое главное – это интересы свадьбы Тома Круза. Это абсурд. Какое отношение русский человек имеет к Тому Крузу? А по телевизору передается, как вот раньше в советское время там об урожае передавали, теперь передают об этой, о десятой свадьбе Тома Круза. И все так «А-а-а-а». Ну, надо заметить, что, может быть, урожай будет в результате десятой свадьбы Тома Круза. Не, у Тома Круза будет финансовый урожай, и все на этом и закончится. А у нас с вами в кармане от этого не добавится. Ну, будет Том Круз младший. И у него тоже добавится, а у нас не добавится. Так что я рекомендую больше на свои текущие дела обращать внимание. Тогда вот ты будешь тут улучшиться. То есть жить своей жизнью, а не чьей-то другой, вот и все. Ну, вынуждены мы заканчивать, поэтому хочется поинтересоваться, какие дальше-то планы у вас? Ну, у нас сейчас этап концертной деятельности, то есть после там, 6-7-летнего студийного этапа, то есть мы возвращаемся к концертной деятельности, вот у нас были концерты в Москве, в Ленинграде, мы выпустили альбом специально для поддержки этой концертной деятельности, так что надеюсь, что мы сможем больше ездить и давать концерты вот с этим электронным видеошоу. Ну, приезжайте так к нам еще. Мы пригласим непременно. Друзья, напоминаю вам, что Fast Freddy и Василий Шумов были сегодня у нас в гостях. Это группа «Центр». Они заканчивают наш эфир. Прощаюсь с вами до понедельника. Всего доброго. Счастливо. Слушаем.
Увы, не выходит из моды черное платье вдовы. Стильно год за годом говорит кутюрье из Парижа о последних трендах Милана. Колченогие манекенщицы носят черный дресс Dolce & Gabbana. Осенью черное платье вдовы в тонах опадающих листьев. Зима в отражении черной судьбы вдовы оцинкована кистью. Вдовы